Добрый день. Сегодня расскажу про пятую версию сферы Марусенко. Естественно, это реплика, не настоящая. Про остальные четыре я уже рассказывал. На всякий случай напомню, какие они. Вот на оригинальной сфере Марусенко все написано. Первый уровень, как раз вот такая вот двухцветная. Второй уровень, это вот белые уголки с цветными центрами. Третий уровень должен быть четырехцветный, но продается в основном только трехцветный в цветах российского флага. Очень популярно. Дальше четвертый уровень, четыре цвета, но они расположены вот так вот лепестками. Вот она. И пятый уровень. Здесь уже 8 цветов. Про нее сегодня и поговорим. Я долго искал, покупал. По-моему, с третьего раза только у меня получилось. Дважды мне прислали вместо пятой версии четвертую. Я возвращал. Причем покупал я на российских маркетплейсах. На AliExpress ничего подобного не находилось на тот момент. Сейчас, возможно, что-то поменялось. В итоге это получилась вот такая вот, не пойми, коробка. Ну, называлась это испанская сфера. Какие-то разные они тут. Какая-то стандартная коробочка под несколько головоломок. Испанская сфера, восьмицветная. Остался даже чек. 390 рублей стоит. Это редкая сфера Марусенко. Подделка. И не помню, сколько-то еще рублей было за доставку. Ну, тут меньше 200. А кому интересно, ссылочку я оставлю в описании. Я даже продавца попросил сфотографировать мне перед отправкой содержимое, чтобы я убедился, что это действительно восьмицветная версия. И продавец сфотографировал, прислал мне фото, говорит, да у нас все нормально, проблем нет. И да, я благодарен. Кажется, «Планета игр» называется, заказывал уже, получается, какое-то время назад. Но ссылочка в описании будет. Что же это такое? Ну, очевидно, это кубик 2×2 в форме шарика. И здесь 8 цветов. Нужно собрать вот такие одноцветные кусочки из 4 элементов, ну и расположить их в нужном порядке. Цветовую схему я вот специально сейчас собрал ту, которая была из коробки. Белый. А, нет, не ту собрал. Была бело-синий-красный. Бело-синий-красный-зеленый. Здесь синий-зеленый местами я перепутал. А верх такой же. Но мне больше нравится цветовая схема другая. Сейчас мы это соберем и посмотрим, как она лучше смотрится. Примерно такая же схема, как вот на таких шипмодах 4×4, тоже восьмицветных, очень много общего. Крейзи круги сумасшедшие позволяют вот так вот вращать и перемешивать. Если вы смотрели мое предыдущее видео, где я рассказывал про оригинал, то уже знаете, что оригинальная сфера Марусенко, которая сейчас выпускается, видимо, на фабрике Yuxin Toys, на этикетке написано, они примерно одного качества. Возможно, раньше сфера Марусенко, когда делалась в Испании, вращалась лучше, но сейчас разницы особой нет, да простит меня сам Марусенко. Но это правда. Вот так вот. Перемешали. Сразу выглядит уже интересней, ну, потому что цветов много. Сразу понятно, что пятая версия самая сложная. Хотя так бывает не всегда, но здесь да. И собирается она чуть подольше. Я сделаю отдельное подробное обучающее видео сразу по всем пяти версиям. Когда-нибудь это случится. Но пока вот покажу, как собирается пятая. Можно половину почти собрать интуитивно, а потом использовать один единственный трицикл. Давайте попробуем. Начнем с какого-нибудь белого. Вот белый уголок плоский. К нему подводим белый кусочек центра. Нужно сделать так еще. Подводим здесь. И еще один нужен. Подворачиваем. И подводим поближе. И вот мы белый кусок собрали. Дальше соберем какой-нибудь синий. Вот синий поближе. Пока вращается туговато, но я собирал еще не так много раз. Так, теперь куда-нибудь отведем в сторонку.
Поищем еще синий. Ну, с этой. А, вот так вот. Подведем. И просто поставим рядом. Ну, поначалу здесь все очень просто. Теперь этот сюда. Подвернем вот так. И вот у нас синий готов. Ставим рядом с белым. Белый, синий. Ну, раз белый, синий, дальше красный. Ищем красный уголок. Он здесь. Если мы вот сейчас вот так вот подведем, то синий сломается. Да, мы вот так сделаем. Мы можем временно сломать, отвести, а потом восстановить. Ну, тут разные пути. Можно экспериментировать. Дальше. Как-нибудь развернуть. И рядом поставить. Ну, желательно не ломать то, что уже собрано. Вот красный собрался. Дальше мы можем поставить их поближе. Хотя это не обязательно. Белый, синий, красный. Следующий должен быть зеленый. И зеленый. Ну, когда он уже стоит на своем месте, то мы можем подводить вот над пустым элемент нужный. И в пару движений собирать. Если у нас такой. А у нас такого нет. Да? Поэтому можно развернуть. Вот этот отведем в сторону, чтобы не потерялся. Сделаем какой-нибудь пиф-паф. Раз. Ну, здесь у нас хороший стоит. Делаем еще пиф-паф. Так, теперь у нас есть слева. Вот. Пустое место, нужный элемент. Можем вот поднять. Тут сверху повернуть. И вернуть. И ничего не сломалось. Новый элемент появился. Ну, можем еще развернуть вот этот. Можем не разворачивать, поскольку здесь зелененький наверху стоит. Можно и отсюда его достать. Но тогда мы белый сломаем, поэтому лучше давайте развернем. Чтобы белый, вернее зеленый, никуда не убежал, его лучше вот сюда поставить и делать полные пиф-пафы. Так, сделал раз. Ну, тут видно, шило намыло. Поэтому опускаем. Вот. И теперь из этого положения уже спокойно сюда подвернем. Вот так вот. И поставим. Ну, это можно было сделать и алгоритмами. Но я показал, как интуитивно. Дальше мы в произвольном порядке собираем оставшиеся 4 таких треугольника. Посмотрим. Вот желтый на месте стоит. Но это скорее плохо, чем хорошо. Потому что сюда потом не очень удобно черный ставить будет. Как делать удобно? Ну, во-первых, трицикл покажу на кубике 2 на 2. R, U, L, U. R, U, L, U. Ну, это рыбка такая. Ну, работает на многих головоломках, либо так, либо зеркально. Что нам позволит это делать? Переставляет этот элемент сюда, этот сюда, этот сюда. Можно им просто не задумываясь, делая дополнительные ходы, собрать спокойно до конца. Но можно немножко думать. К примеру, вот этот серый хорошо бы стоял вот здесь. А поэтому вот этот черный куда-нибудь поставим наверх, да так, чтобы оттуда вернулся оранжевый, а серый сюда подвинулся. И у нас два станут на место. Если сверху оранжевый, да полно. Поэтому ставим оранжевый вот сюда. Делать будем алгоритм слева. Этот сюда, этот сюда, этот сюда. И два соберутся. L-штрих. Ну, вместо U мы будем вращать кружок. Та U. R. U-штрих. L. U. R-штрих. Ну, U-штрих можно не доворачивать. Смотрим, что получилось. Вот два элемента стоят на местах. И это хорошо.
Смотрим дальше. Но здесь оба лишние. Здесь один стоит на месте. Ну, пусть пока стоит. Вот здесь вот, чтобы сделать точно так же, как тут, надо сначала один из элементов поставить не на свое место. К примеру, я сейчас желтый отправлю сюда. Оранжевый перейдет вот сюда, не на свое, а на соседнее место. Ну и желтый переместится. Потом мы загоним черный, и все станут хорошо. Это сюда, это сюда, это сюда. Это не единственная тактика, их тут есть много. Самую веселую я еще, наверное, не выбрал. Ну, если у вас есть какие-то удачные идеи, пишите в комментариях. Так, вот оранжевый стоит рядом со своим местом. Теперь нужно на это место поставить черный, оранжевый сюда сместится. Ну, черный тут как раз и есть. Опять делаем слева алгоритм. Поднимаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем. Опускаем, поворачиваем, опускаем, можно не поворачивать. И вот у нас два стоят. Что осталось здесь? Здесь нужен один. Ну, можно такую же схему провернуть и тут. Сюда поставим желтый, ну или можем сюда поставить серый. Давайте справа сделаем, серый тоже есть. Вращаем. Вот серый поставим вот сюда. Справа повернули, слева повернули. Обратно. Сюда попал серый. Ну теперь нужен нам кто? Желтый. Ставим желтый вот сюда, черный сюда, желтый сюда, серый сюда. Тот же самый алгоритм. Ну и вот стало хорошо. Но остался у нас один элемент здесь. Можно, конечно, сделать так, как и в предыдущих случаях, просто проигнорировать этот желтый. Ну, либо просто поставить серый куда-то, желтый сместится сюда. А потом сделать обратную перестановку, заодно поставив сюда черный. Но я сейчас покажу другой способ, который, возможно, тоже кому-то понравится. Хотя алгоритм тот же. Вот эта верхняя грань, мы возьмем ее перед собой. И вот на это место будем ставить черный. Для этого мы просто возьмем вот этот серый, который не нужен. Отведем вот сюда. Черный сюда. Ну, а эти как-то переставятся, пока прослеживать не будем. Просто перехватили шарик. Алгоритм точно такой же. Ну, и здесь главное, вот мы довернули, и потом вернуть первый поворот. Вот бачок готов. И вот получился верх. Можно, конечно, собирая вот такие боковые с верхнего центра, собрать и верх. Ну, а можно собрать и верх потом. Посмотрим, что здесь может совпасть. Совпали. Вот. Желтый и черный. Это, в принципе, неплохо. Нам остается только один алгоритм для того, чтобы собрать до конца. Помним, что если этот поставить куда-то туда, серый сдвинется сюда. А значит, вместо серого должен появиться оранжевый. Где его найти? Да вот здесь есть. Но если здесь нет, ну, развернемся и поищем где-то с другой стороны. Получается, мы ставим оранжевый на место оранжевого, чтобы не испортить ничего сбоку. Этот оранжевый пойдет сюда, соберет, ну и серый соберет. Вот и все. Точно такой же алгоритм. Ну, здесь восстанавливаем. И шарик собран. Ну, собран он по цветам. Можно еще переставлять вот эти элементы. Ну, и эти можно, если вам хочется другую расцветку. Мне нравится белый, синий, красный, зеленый. Дальше. Над синим мне нравится желтый. Над красным мне нравится оранжевый. Тут нет. Ну, а над белым черный. Вот эти вот стоят хорошо. А вот эти вот не очень. То есть я бы их поменял. Чтобы поменять два вот так,
мы можем просто сделать любой алгоритм из кубика 2 на 2, который переставляет два уголка. Это либо из метода для начинающих, либо t-perm. Я сделаю t-perm, в нем мне сложнее ошибиться. То есть вот эти два стоят так, как мне нравится. А вот эти два я поменяю местами. Делаю сначала пиф-паф. R'F. R2. U'. R'. U'. R. U. E'. С этим, конечно, можно не заморачиваться и считать шарик собранный и до этого. Но вот цвета стоят так, как я люблю. И хорошо. Хотя нет. Не так, как я люблю. Здесь же и серый, и черный есть. Да, этого я не предусмотрел. Не доглядел, говорится. А значит, что у нас получилось? У нас вместо фиолетового получается серый. Ну, если считать фиолетовый за серый. Сейчас, не так. Вот. Оранжево-красный. Синий-желтый. Белый. Тут должен быть серый. А над зеленым фиолетовый. Просто белый должен быть с противоположным цветом. Но здесь противоположный это черный. Ну пусть будет так. Значит, серый будет вместо фиолетового. Ну не совсем такая расцветка, как здесь. Пусть будет так. Ну, если вам надо поменять местами по диагонали, то можно либо два раза сделать t-perm, либо сделать более короткий алгоритм палкой из кубика 3 на 3. Поворачиваем переднюю грань, делаем один пиф-паф. Возвращаем переднюю грань на место. И вот у нас случилась диагональная перестановка. Я поставлю красно-оранжевые на места, белый, черный, а вот желтый и серый, получается, поменялись. Ну, либо я поставлю наоборот, эти на места поменялись, тогда вот эти. Тут без разницы, с какого положения делать, главное, чтобы первый слой был снизу. Ну и чтобы вернуть обратно, также делаю переднюю грань, пиф-паф. И обратно. Те, кто не умеет собирать кубик Рубика, ни 2 на 2, ни 3 на 3, наверное, не понимают, что такое пиф-паф. Ну, поэтому можно вот эти элементы не переставлять. Но если интересно, то в описании есть ссылки на обучающее видео по различным головоломкам. Можете посмотреть. Вообще, сферу Марусенко, наверное, ну, по крайней мере, вот этот вариант, не совсем легко будет изучать без опыта в головоломках. В итоге, да, интересный шарик, несложный, но здесь действительно требуется быть чуть повнимательнее. Теперь вся коллекция у меня есть, только одна сфера оригинальная, все остальные подделки. Очень печально, что какие-то производители нарушают чьи-то авторские права, но реально, если сейчас не так легко купить оригиналы, да и его даже от Юксина, и сферу Марусенко особо-то и не найти, то можно пользоваться и вот этими аналогами. Вращаются они примерно так же. Видео какие-то разваливаются, но вот эти мои 5 экземпляров собирать можно, вроде пока живы. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.